сам ты гриф, сип белоголовый, а это простой орел. К этому роду относится беркут, он же халзан, орел могильник, он же карагуш, степной орел, он же орел курганник, беркут халзан. Сам ты халзан. Как вам не стыдно? А зачем он меня сипом обозвал? А кто первый? Ты меня халзаном обозвал. Какой я тебя халзан? Халзан, халзан. Ты говоришь халзан? Если вы гоните меня, я найду себе другое убежище. Когда-то моим единственным желанием было уехать отсюда как можно скорее. Но теперь я не могу этого сделать. Не могу оставить эти проклятые богом болота, где правит ужас. Где дети всю жизнь дрожат от страха и плачут ночью, услышав копыта дикой охоты. Да, я умру, если это призраки, но если это люди... Поехали. Послушайте, братцы, вы можете какое-то время обходиться без вашего солиста? Во дела. А что случилось? Ну, я тут чуть-чуть в шоу-бизнес ударился, все кручусь. Раньше машины из Америки в Россию возил, потом сосиски, потом... Теперь вот вожу известных российских артистов по Америке. Творческие встречи, всяко разно. Как жаль, что я тебя так поздно встретил в этой компании. Почему? Вот деньги, возьмите, они ваши. Эти деньги не твои и не мои, потому что это фальшивые деньги, а фальшивые деньги ничто. Это бумажки. Как? Я их получил в кассе. Естественно, но эти мошенники тебя их подменили. Нет, не может быть, они же фокусники. Не будь ребенком. Сидят дадом. Дад! Сына! Стопа! Сына! Сына! Что ты робишь? Сына! Сына! Дадом! Один! Дадом! Один ему! Дадом! 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 Простите, простите! Простите, дадочка! Боже! Боже! Сына! Сына! Эх, у меня в госпитале женщина была, повариха. Ой, красивая. Гладкая. Вы знаешь, вот как говорится, вот одно слово. Краля. Да знаете, наверное, да? Ну, Лизавета младший сержант она. Я поварихами не интересуюсь. А, да. Оно-то так, да. Иди к нам! Нужны вы мне! Приласкаем! Дураки! Мужики! Валюша прикинута нормально! Чем мы ее в свое стадо не берем, а? Да она тебе в бабушке сгодится, ты из-под нее не вылезешь. Жака! Орликина! А Валюха, между прочим, вчера два раза про тебя спрашивала. Пошел ты! Эй, вы! Нате, журнальчик новый! Значит так, мужики! Поздней ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна. И я б хотел для вас небес ее достать, но как мне быть, ведь ночью надо Давай поспорим на всю пенсию. Если ты первый остынешь, я тебе всю до копейки. Если я, ты мне. Погоди, это что значит, я первый остын, а ты как, что? А если я, стал быть? Да. Кому же? Теща? Вот как? Ну, ладно, ладно, Фидос. Давай, давай! Здоров, Фидос.